Вот, типа, хорошо, что вам напомнили. По событию 23-го прошедшей давности, когда в этом самом здании, в зале был мой первый и единственный, и самое главное, что прощальный вечер. Прощальный ужин. Потому что как раз тогда я уже собирала вещи для того, чтобы отбыть с этим бесполезным землей. Ну, что было, то было. Для начала я хочу сказать, что я безумно рада сейчас. Что я вас очень люблю. Уже давно не имеет никакого значения. Никто в каком союзе писателей, никто в каком правкоме, парткоме. Потому что все расставлено по местам. Это прекрасно. За это я благословляю прошедшую жизнь. Уже лет столько, что можно все это вообще не брать внимание. Это прекрасно, это освобождает от всяких мест. Я бесконечно рада видеть здесь своих сокурсников, своих друзей, своих коллег. Я благодарю Валентину Дорожкину, Николая Насекова, Женю Кислова, Валентина Георгиевича Рубилева. Всех до одного, кто нашел время прийти сюда и показаться мне, посмотреть мне. Я не знаю, как пойдет дело, это никогда предсказать невозможно, но я думаю, что вы мне сами скажете, когда устанете, поэтому что-то утомите. Я делаю человеческий мозг больше 15 минут, и я не воспринимаю. Потом начинается такое излишнее напряжение, и мне бы очень хотелось, чтобы был какой-то живой разговор, нормальное общение, потому что зал как-то располагает, слава богу, это не сцена, где ты находишься по разным сторонам баррикад со своим читателем и зрителем. Здесь все, мне кажется, очень просто, демократично, и я очень понимаю. Да. Ну, пойдем. Когда я буду делать очки, чтобы лишний раз вам напомнить, что, к сожалению, я уже не так красивая, как летняя девушка, красивая, такая белая женщина, может бальзак использовать. Ободранные точно в тернии, забравшись, выбрались чуть живы. Проносят пьяные вечерние напитки местного разлива. Осудим камераном ранами, когда любой прохожий каин. Автобус с утренними пьяными отходит на вонях с окраин. Так строится их жизнь рабочая, от обохмелки до провала. Живые над пивбаром, очередь здесь никогда не убывала. На декорированной площади у памятника перст отогнут, и хоть ты кирпичами дощади, он указующий не дрогнет, а вдоль по улице термитники, и счастья, может, ни в каком нет, я и мои однокорытники ту улицу другую помнят. Театр, устроенный державином, где деревянные атланты к щелям не приникая ставинно, знавали, чем живут таланты. Мы помним пыльные вихры, носившиеся после бульдозерного пира среди развалин относившихся к расцвету русского ампира, когда семейства москворецкие сюда бежали от француза со свецацками и пепсками на фурах выпуклых от груза. Везли не только юбки с прошлыми и не один азарт картежный, но в будущем тягаться к прошлому с бульдозерами безнадежно. В коловороте время кружащим российские провинциалы оставили архивным служащим не имена, инициалы. Возможно, править деспотически, но не дано ни в коем разе лишать того, кто жив фактически, как имени своеобразия, когда неуловными куртками напичкан досыта троллейбус томящихся людей с окурками. Я сравниваю, не колеблясь, скорость растертые и придавлены. Не угадаешь, что за марка, друг дружку оттеснит по Дарвину. Они смердят и тлеют жарко, и выживший как бы из принципа. Смекнешь, не хочет ли ввалиться спивающаяся провинция с
сбивающуюся столицу. Так умирает русская Украина, внеплановая, тыловая, сиротская и воспитательная. Так умирает, выживая, миллионы сыновей инкогнито дала войне, потом в Сибири. А что сбережено, не отнято, по недосмотру, не убили. Но в скорости с полей скудеющих сойдут последние крестьяне с патриархатом, с прошлым, те еще, что нежели по обезьянье и за осотившие кладбища. Так, избы набок оседают, и гроб сосновый, будто клавиша, без отголоска, западает. Вот, с таким настроением я отсюда уезжаю. С таким строением я отсюда уезжала, сбылось, к сожалению, все. Кроме одного. Кроме одного, я вернулась в мой город знакомый до слез и увидела, что вот эти мои, значит, слезы, невидимые миру, его как бы протерли, прочистили. И он мне показался совершенно другим. Не тем серым, тусклым и замызганным, которым я его покидала, а каким-то промытым и обновленным. Потому что все, что случилось с Москвой, которую я тоже считаю своим родным городом, я всегда очень любила, все, что с ней случилось последние 20 лет, ее сделали известной. Ее лишило как именно своеобразие. А все провинциальные русские города, так называемые провинциальные, в которых мне доводится бывать, я вижу, что все-таки люди спохватились, люди пытаются отстоять исторический облик города и его лицо, его своеобразие. И мне показалось, что мой родной Тамбов, свидетель, городок можно спокойно поставить на одну из первых мест. С чем вас я поздравляю. А все остальное, теперь несколько стихотворений из той самой первой книжки, просто чтобы меня вспомнить. Обузданная, обуздавшая, я к представлению опоздавшая. Куда велась тезя стягающая, не в будущее, но стягающая. Что натыкаюсь я на стихнувшее, оно не прошлое, на стягнувшее. Пока не добралась я с выгона, мой монолог другими интервью. Но соблюли они традиции, а я отбилась без репетиции. Надлом отчеркивая костой, вы выясняли, я сейчас и знала кость моя бездарная, кустарная, что совершение, то бездарнее. И красота не обязательно с невыразимым, не обязательно. Да будет мне дорога искать. Я пред своей черной матерью предстану с родственными узами, черновиками заскорузлыми, соростом, сбором и вареньем. Она черна в году три времени. Себя кто-то поет на голову. А перед ней и гармония. Ну вот, что-то это, стараюсь говорить просто потому, что первая книжка моя, значит, не российская, вышла в далекой сказочной стране Дании, и называлась она «Строчка из моей первой книжки». Я очень очень горжусь, контракт с провинцией. В контракте провинции, взятком углу, где плесень не знает о пенициллине, хозяйки уже огурцы посолили и тмином солили на грязном полу. Не было доступно газет не читать, не печься душой о страдающем брате, но лишь хлопотать, что тебе я читаю. Сколько провинций, сколько контрактов. Друзья вловили, как воздух остер, про климат сказав назывным предложением, и стали просить наш роман с продолжением, чей выпуск пока придержал киоскер. На что уж меньшая любовь удалась, такой вот троюродный и малокровный, и то засочилась, как вырвали сласть,
дантистом крестьянином корень морковный. Ну как, мой подкидыш со стрижкой приютской, твои имена ни за что не поются, друзья у буфетной жуют со всех ног. Поздравляю, провинция, речи, звонки. Ну, третий номер позвонил, значит, сейчас, по идее, начинается.